Всем привет, друзья! Я сегодня добирался с работы на машине. Вот этой. Надо было сегодня ее пригнать, и мне дали ключи, и я ее пригнал на стоянку, потому что ребята должны поехать завтра на установку. Живу я вот в вот этом красном или каком-то там доме. Вот тут рядом магазин идет. Да, и как бы вот такие вот дела. Вот тут такой вот городок Мейсон. Сходить что ли в магазин, вам показать что? Или все-таки, может быть, рассказать, что сегодня я... Там, короче, чистили офис, и немцы выкидывали всякую срань с офиса. Не знаю, им она, наверное, была не нужна. Сейчас я вам покажу, что я нашел. Вот тут, короче, коробка. Тут чайники, жесткие диски. Я вам сделаю распаковку. Вот такая у нас машина тут. Сделаю распаковку уже в комнате. А сейчас пойду, наверное, в магазин, куплю хлеба. Закрою машину. Да, вот такие вот дела. Что-то автофокус не работает. О, нормально. Тут вот машины ездят, там молодежь гуляет. Я пойду в магазин, что-нибудь куплю поесть. Вот такой вот интересный городок. Вот так он выглядит. Вот такие вот дома разноцветные. Там вот сверху находится ЖД-станция, откуда я выезжаю на работу. Прямо вот, вот получается красный дом. И сразу ЖД сзади. Прикольно тут получается, в низине живем, а сверху такие горы, вон домики стоят наверху. Сейчас пойду в магазин, может быть, что-то куплю интересное. Посмотрим, что там продается. Маска у меня есть. Пакет я взял. Сейчас. Где там у меня маска? Без маски никак. Если он открыт. А ну. Да, он открыт.